Йоу-йоу-йоу-йоу-йоу, народ. Привет, дрочишь? Братик. Привет, братик. Коронавирус, Наташ. О, привет. Приветик. Ты из Москвы? Нет. Откуда ты? Откуда? Орловская область. А, я тоже из Орла. Я там не живу только. Это Мценск, что ли? Да. А, ебать. Ты-то бухаешь? В Мценске только бухают. Последние 6 лет назад, когда я там был, там бухали люди, все. А вот это обидно. Рэп слушаешь, старушка? Рэп не слушаешь? Как последний альбом Фараона? Бля, я что-то пожирнел. Пизда ушла куда-то. Здорово. Как жизнь? Потихонечку, да? Скажи. Я не скажу, что потихоньку, вообще бурно, но стабильно. Бурно, стабильно. Добро. Бурно, стабильно. На работу ходишь? Конечно, по жизни. А чем занимаешься, если не секрет, по жизни? Да я таксист. А, я понял. То есть тебя не затронула, да, эта тема? Карантин там. Я вон сижу дома месяц, понял? Вообще жестко. Там затронуло постольку, типа там маски, ребята, надо дезинфицировать салон, вот эти штуками опрыскивать. Ага. Господи, такая, ну как, ну это ж чушь, ну там, понимаешь, да? Ну да, бесполезно. Ну, ходит человек, ну я до него, после него продезинфицирую. Он этими руками, я не знаю, что трогал, телефон свой точно трогал, еще раз, и дома потрогает, и руки к лицу, ну это ахинея, да, как всегда у нас. А ты в Москве? Нет. А, я просто в Москве. Ну, короче, работа ну, есть, но это самое главное. Типа, не страдаешь там. Да, ну, как сказать, по сравнению до того, как вот это все случилось, работы было больше, заработки больше. А, ну, упало, да, все. Но мы просто вот сидим, не знаю, я сижу месяц, но и так тут все же закрыли. Только продукты и врачи работают. Ну, и всякие там... На дому. Тяжело, короче. А этот, а как так? Дома-то вот вместе спросили, как на стенке полез, наверное, там, потому что его еще с ума сошел. Ну да, ну вот пишу биты там, типа музыка. А что делать? Варианта никакого. Ну что, интернет спасает вроде как, да? Ну да, вот чат-рулетку зашел. Может, весело ну, будет. Заходим, да, пообщаться. Ну ладно, давай, удачи тогда тебе. Рад был. Тоже не болей. Спасибо, ура. Добро. Угу. Привет. Вау, слышал это вау. Вау. Ты прям подготовился с микрофоном. Ну да. Да. А ты откуда? Блять, они съебались, старушки. Ты, блядь, я тебе приготовлюсь, нахуй ешь. Старый, я тебе дам. Конфетти. Склеил. Хуй найдешь эту склейку. Потом.
Ну чего, блядь? Братва, ебать. Ну чё, как жизнь? Привет, бро, братик. Привет, старушки, как жизнь? Спасибо. Вы откуда, ёпта, старые? Пердите, сидите под одеялочкой своей. О, привет. Рэпер? Нет. А кто? Я обычный человек. Бля, у тебя тоже стрим, да, идет? Нет, конечно. У меня стрим, похуй. Видишь, микрофон? Да? Ну да. И у тебя микрофон. А сколько зрителей? Бля, ноль зрителей вообще. Нулина. Вообще-то мало, да? Ну да, но я потом на YouTube брошу это появление. Окей, а ты в каких... На сетях ты сидишь? На Ютубе, ВКонтакте, Инстаграм. В ТикТоке, но меня там не лайкают. Хуя, я уже старый для ТикТока. А ты? Я вообще не здесь уже, если честно. Ты рэп не пишешь, бро? Раньше писал, сейчас нет. Как последний тебе альбом Фрауна, честно? Я не знаю. Не слушаешь? Не слышу. А вот же Будда. А слушай, а на ссылочку на канал, то есть, дальше ты там... Влад Широков, бро. Лайк поставлю. Ну да, бро, Влад Широков на Ютубе просто введи, найдешь меня. Да у меня там ни подписчиков, нихуя. Я просто вот, честно оставь, сказать, бро. Оставь, а... Да. Оставь, а ты сможешь зависнуть на время? Оставь. Чего там сделать? Скажи ничего. Видишь, нихуя нет народа. Узнал? Да у меня там нет подписчиков. Нет, я еще не дошел. Влад Широков, это я, бля. А ты откуда? А я из Казани. А как жизнь-то там? Там тяжело? Слушай, я тебя нашел, да. Ну вот, видишь, канал никакой. Я только создал, на карантине делать некуда. Вот пишу биты, лучше биток послушай. Слушай, да-да. Я понял, у тебя в ВКонтакте 6513 подписчиков, да? Ну да, я тёлочек когда это фоткал, блядь, были подписчики, сейчас нет. Но я ВКонтакте редко. Ты ВКонтакте меня, что ли, нашёл уже? Да. А на Ютубчике? Вы что, на Ютубчике, ладно? Сейчас. А, давай, сейчас на А че не пишешь музыку? Занимайся, тема хорошая. Ты, наверное, играешь, да? Во что? Нет. Так, я не знаю. А зачем тебе микро? Общаться. Ну, общаться, чтобы играть, правильно? И ссылочка на кого тебе есть. Ну да. Спасибо. Ах, я делаю музыку. Ты делаешь музыку, бро? Колокольчиком. Нет. От души. Ты что, подписался? Да. Блин, я, знаешь, хочу музон делать. Типа, тебе нравится Моргенштерн? Нет? Ну да, есть такое. Ну тебе нравится прямая бочка, да, вот это? Я хочу научиться прямую бочку делать. Понял. А ты что, умеешь? Я ничего не умею, я вообще не смотрю. А ну как ты? Ты стримишь? Зачем тебе микро? Это ж необычно. Я вот для рэпчика. А, я понял. Общаюсь. Рэп нравится тебе, да? Есть такое. Ну говори как есть. Обычно же бывает. Ну да. А что ты не знаешь Оджи Будда? Не знаешь? Нет. Бля. Русский рэп вообще не слушаешь, да? Русский, ну, рэп, естественно. Кроме Моргенштерна ничего не знаешь, да? Знаю. Макс Корж. А, ну это не рэп.
Братишка, это не рэп вообще. Пансела есть. А это я не знаю. Я не знаю, кто это. Пансела. Это новая школа? Яникса, знаешь? Яникс. Да, Вейсмэвл. Вейсмэвл. А, это который Слава Мэрлу, что ли? Друг Моргенштера, да, светлый? Да, да. А, ну да, понял. Ну он битарь же, да, битмейкер. Да. Чё, скучно тут, да? Ну, есть такое, да? Ну, ещё чё? И, а слушай, а ты с какого года был вообще? Года или Москва? А, город Москва, Москва. Здорово. А, да. С праздником тебя, кстати, уже. А чё за праздник, бро? Без обид. А, стой. Христос воскрес. А, воистину воскрес. Добро. Да. Тяжело, у вас там карантин? Ты в школе учишься, нет? Нет, дома. А, ну а так школьник? Ой, братик, ты куда-то пропал. Вообще, так вот есть. А, видишь, у тебя эти колонки еще, да? JBL. Да, ты пишешь музон. Полюбас. Две камеры. Нормально. А у меня, видишь, одна... И то я пишу с вебки, но у меня есть еще вот такая. О, блин, боевень такая. О. Нифига. Ну, это Sony. Но я не знаю, как налаживать. Микрофон вот купил, блядь. Купил микрофон, короче. Да. Как раз перед карантином, чтобы делать биток, битки. Чё, зацени тебе бит лучше, бро. Смотри, я занимаюсь хакером, короче. Это я что? Я могу найти человека в хафорке, вообще любого. Все данные посмотрите. Ты хакер, короче, да? Ну, я в маске же сижу. Да и похуй. Меня никто не видит. Нормально. А что, у тебя канал есть на Ютубе? В чем фишка? Ну, я раньше, типа, что-то понимал на нем, а сейчас мне тоже. А, ну зря бросил. Называется... Тема хорошая. Я в 16 лет понял, снимал, а потом начал опять. Так, сейчас. Давайте поговорим о названии, короче. А, Reline. Это на Ютубе? Да, да. Бля, как же мне. И ВКонтакте я заявочку в этом кинул. Да, лучше ВКонтакте напиши. Тема хорошая. Да. Просто я это, ну, типа, пишу, запись идет. И чё-то не сворачивать. Потом монтировать достану. А чё, у тебя две камеры, да? Две вебки? У тебя две камеры, ты переключал? Да, я могу и одну сделать. Покеша, чё за тема? Молодец. Но он подвисает. А что за камера? Вебки обычные. Я просто с Мака, с Аймака бомблю. Ну, видишь, качество так себе. И вот свет софт лезет. Все, вот так вот. Как-то так. Все, я смс скину тебе. Добро. Раз, два, три, четыре. Да, звук пишет. Ну, в общем, ты не унываешь, да? А что, интересно, за этот контакт такого интересного? Ну, там девочки разные. Ладно, бро, я пойду дальше. Не просто. Тусоваться. Давай, удачи. Давай, рад был поболтать. Давай, давай. Тебе. Давай, пока. Пока. Привет, бро. Рэп любишь? Да. А что слушаешь? Я по-своему. А, понял. Привет. Здорово. Рэп любишь? Что? Рэп слушаешь, рэпчик? Слушаю. Как последний альбом Фараона? Да, такое не слушаю. Почему?
Да это, ну, как-то, блядь, не знаю. Ну, да пиздюков, типа. Ну, я больше такой по душе каста, чем такой по сути. А. Ну, каста последний, я даже не знаю, что они делают. Да нет, тут не суть то, что они делают. Тут суть в том, что они сделали, поэтому... Ну, а, до этого? Помню. Вокруг шум, пиши. Пусть так, типа, не кипишуйся, ништяк. Да, и не обязательно, все треки нормальные. И, там, Баста и тоже. Капа, да. Сути, понимаешь, Капа даже тоже. Капа не знаю. Дело Пика. Поэтому... Это нормальная старая школа, та, которая была, она... Как Триагрутика. А знаешь, Триагрутика или Триада, Триада, вот тоже старая школа. Ну, Триада нормально. Ну, опять-таки, там... Так, с Триады, конечно, я бы сказал, там некоторые треки, которые можно послушать, но... Прям она всё, прям не послушаешь. Вульгарный тон, знаешь? Не. Бутон. Ну, ты что, ты хочешь что-то зачитать сейчас? Не, просто интересно. А, не, посмотри, у тебя модный этот микрофон, я думаю, ты там исполняешься. Да, я только начинаю. Ну, что, ну, покажи, что начинаешь. Чё. Да ну брось, бесплатно не буду. Ну ладно, давай, бро, я дальше. Ну, а затонатить надо, что ли? Ну, конечно, это же жизнь, я попрошайка. Два. Серьезно, ребят. Привет, старик. Привет, ребят. Как жизнь? Нормально, я слушаю. Рэп слушаете, рэпчик? Нормальный движ. Давай. А Фараона знаешь? Не, давай, старик. Давай, ладно, старик. Привет, братик. Братик, привет, братишка. Здорово, братишка. Как жизнь? Паша Техника любишь? Кого? Паша Техник, знаешь, что такое? Слышал, как бы сказать, слышал мельком. Гречка, слышал клип? Видел? Нет. Мой любимый. А Фараон как тебе? Как тебе последний альбом Фараона? Не слышал. Серьезно? CLK25KM Trial? Как? CLK25KM Trial? Чего Trial? CLK25KM? Не, не знаю. Ты о чем? Там пиздец. Какая хохлома? Ёбнешься просто. Хохлома? Хохлома. А, бля, я из Питера, старина. А ты откуда? Я с Краснодара. Как там жизнь вообще? Тяжело? Как обычно, это пиздец. Тепло только там. Тепло? А что, на карантине сидишь? Да. А кем работаешь? Или сейчас нет? Свой бизнес. Заряженный типа? Богатый хоть? Не очень, но как бы. Но бабки есть, да? У тебя мерин, ешка? Нет. А, ну, ну ладно, бро, давай. Ладно, братик, давай. Привет, братишка. Ты откуда? Как? А, как в Питере жизнь? Ты грустный? Ты на работе? А, ну. Так карантин же. А кем, если не секрет? Я не слышу, бро. Можно чуть громче? Кем? Железнодорожник. А, прикольно. Это типа Москва-Питер, нет? Проводник? Или как машинист. Нормальная тема. У меня кентов много. Ну как, нравится? Нормально. Скучно, да? Только там сутки, наверное, не спать. Тяжело. 12 часов. А, 12 часов.
Я понял. И домой. А сам ты из Питера, да? Нет. Я понял. Ну ладно, бро, давай, удачи, я дальше пойду. Братик мой. О, привет, бро. Здорово. Чем маешься? В чат рулетки сижу. Такая же тема. Рэп не пишешь? Блять, такая же хуйня. И я сижу вот с микрофоном. Тут либо все блогеры и рэперы, блядь, сидят. В чат рулетки. Да, нахуй еще, блядь, микрофон нужен. Базар, да. Как тебе последний альбом Фараон? Трека 3 зашло, остальные так все. А вот же Буда нравится тебе? Да. Заебись делает. Я, прикинь, вот же Буда посмотрел, такой думаю, блять, надо в чат-рулетку зайти, поугарать. Да, и тут согласен вообще. Ну ладно, давай тогда, удачи. Давай, брат, респект. Да, и тебе, брат. Привет! Привет! Ладно, я дальше. Ебать, там фенечка. Киса была. О, привет! Кравц, это ты, братик. Кравц, Кравц. Нет, я бигбокс. А, бля, зачитай что-нибудь. Ну, типа, ты мне, кстати, скипнул, я попался на тебя, ты меня скипнул, ты, наверное, думал, что я не поделаю. Точно? Да, это я на тебя попытался, я увидел, что ютубер, я такой, стой, не путаешь. Нет, ты путаешь, я только зашел. Вчера, сегодня? Да, сегодня. Не знаю. Но я просто тот эфир записал. Тот эфир записал, типа не было такого. Только тёлочки у меня там были. Ну ладно, зачитай рэпчик. Да чё рэпчик? Как рэпер рэперу. Бит просто. Бит, хочешь, я тебе бит покажу? Вот последний свой. Легко. Изи. Сейчас. Как тебе? Момент, да? Ну как? Нормально, нет, чё, а ты чё, типа, музыкой занимаешься просто? Ну да, на карантине вот решил. Да, блядь, делать нечего. Месяц сижу. Ну, типа, пиздец. Сколько ты же этим занимаешься? Или у тебя Twitch, просто вижу тебя по экрану. Два экрана? Почему два экрана? Угу. Как, у меня один. Но YouTube у меня там мало. Ну подпишись, Влад Широков я на YouTube. Да у меня, блядь, дохлый канал. Влад Широков. Влад Широков? Да. Запомнил? Сейчас пикнем. Да там нет нихуя. Я раньше тёлок снимал голых. Тогда было заебись. Типа подписчики смотрели. А сейчас пизду. Сижу месяц дома, вот, блядь, биты пишу, пробую что-то. От скуки, знаешь. На гитаре научился играть. Да я уже старый, блядь. Вот. Хочу разъебать, солдат собрать. Сколько? 20 тебе? 26 мне. 26, старик. Старый, блядь. Вы сейчас старый. Бля, ну я не фараон. Я мало... Ой, это старше. Я уже почти как Паша Техник и группа Контейнер. Только без соли. Ну да, это я. Ладно, бро, пойду дальше тёлочек смотреть. Давай, если что, увидимся. Давай, удачи. Ну, сейчас мы тебя добавим. Давай, спасибо. Подписчики, нахуй, блядь. Изи. Привет, девчат. Ой, Алёночка, это ты, зая. Охуенно. Алёна, здорово. Алён, привет. Привет. Не видно ничего, Алён. Страница открытая, да, это он.
А что вы там смотрите, девчата? Что вы там смотрите, девчата? Да кто-то подписался. Симпатяга. Из чат-рулетки? Понятно. Спасибо. Я симпатяга. Давай, выкладываешь мою фотку и меня отвечаешь. Я шучу, если что. Я тебя? Я тебя. Вот так надо бы делать. Он, по-моему, есть сразу. Ну, кто о, это? Она есть, смотри, какие мафии. Ладно, я пойду дальше, девчонки. Ладно, я пойду дальше, девчонки. Пока, солнышко мое, пока. Пока. Привет, Нин. Я Катя. Неважно, я тоже. Ты откуда? Связник. Еба, это где-то за МКАДом. Это во Владимирской области. Я не знаю, где это. Рядом с Владимиром. Это Ковровым. Что? Нет. Знаю Питер, Москва, Киев. Ну, не... Владимир недалеко от Москвы. Вот так. А, в Москве была? Да. Много раз? Как тебе там? Нормально? Да. В клубы ходишь? Ну да, типа, но редко. Ну ладно, тогда про рэп вопрос, окей? А как тебе последний альбом Фараона? Если я сейчас скажу, я не слышал, ты сильно офигеешь? Ну я тоже не слышал, поэтому нет. А от же Буда как тебе? Нормальный стиль? А? От же Буда, как тебе? От же Буда. Ладно. Привет, бро. Таксист. Либо Борцов. Блин. Короче. Олег. Привет. Венгрия, Россия. Привет, старина, как жизнь? Рэп не пишешь? Рэпчик пишешь, говорю. Е, бро. О, привет. Привет. Как звать? Как звать? Ебать, я хожу. Ебать, я хожу. Выключи себя. Как звать? Мать, ты не слышишь, мать, да, ты там? Не слышишь. В пещере своей. В пещере своей. Ладно, давай, старушка, ладно, не обессудь. Старушка. Я дальше. Я дальше. Жестко. Привет, братик. Ёпта, деревню, блядь, свою снимают. О, привет, старичок. Как жизнь? Отлично, там. Блин, потихоньку, вот рэп пишу. Альбом готовится. Альбом. Ну, я хочу солдат собрать в Айконе. Давай, зачитай. Да не, я только за бабки. Могу бит дать послушать. Биточек. Музон. Давай. Привет. Здорово. Как жизнь? Не так, ничего. Тяжело? Ну... Ну, карантин, понимаю, в принципе. Блогер? Ну да. Как у вас? Да тяжело, мы в столице, пиздец, маемся. Месяц вот сижу, решил даже в чат-рулетку зайти. Но я так, блогер, у меня нет подписчиков. А-а-а. Новичок. Без контента, да, короче, без ничего. А? Без контентов, без ничего, да. Ну не, у меня тёлочки контент, я тёлок снимаю голых. Только такой. Можешь посмотреть, если надо.
Или тебе все равно? Мне как работяги, блядь, до них. Похую на них. Базара ноль. Так же, так же. Не особо бывает. Ну да. Заебать с работой на такие тёлки. А чем маешься-то? А? Кем работаешь, если не секрет? Клейстер монтажных работ. Кроют отдельно. А сейчас работа есть? А, 2 недели отработал, но опять, как говорится, самоизоляцию загнали. А ты на вахте, ну, типа, тусуешь, или как? Нет, я на постоянке. А, я понял. Загнали что обратно, потому что, ну, запретили строить. А, бля, я думал, кстати, строители не, ну, нормально, типа. Нет, монтаж всех строительных работ запретили. А, я понял. В Подмосковье сказали, все, ну, сидите дома. Ну, их, кстати, последними, по идее. Ну, потому что даже парикмахерские. Я вот стригу сам, и нас закрыли уже месяц назад. Ну, месяц вот на карантине. Ну, вот видишь, вас месяц назад закрыли. Нас вроде как закрыли, мы неделю погуляли до 6 числа. Потом заново вышли работать. Типа строительство Воробьев губернатор Подмосковья разрешил нам. Тут поднялась вот эта вся... Ну, кипиш, да, что много, типа, людей, да, зараженных. Электронные, да, электронные эти, все, опять заново стройку закрыли. А, пропуска ты имеешь в виду? Это да, вот недавно, да. Меньше недели, да, ввели же? Я еще видел... 15 числа. А, вообще. Еще очереди в метро были. Да, да. Но мне кажется, сейчас это на пользу. Хрен его знает. Ну, шумихи много. Это польза. Это, блядь, людей дует, но... А, ты думаешь, что... Нихуя, нихуя, ну да, тяжело. Людей, во-первых, до того опустили, блядь, чуть ли не... Ну, чисто на еду даже не хватает. Больше умрут от голода, блядь, чем от вируса. Ну, так всегда, да. Ну, умрут... Не то, что умрут, просто... Ну, тяжело, все равно. Возмущаться, и это будет... А, думаешь? Слишком скандальная вещь творить. Ну да. Ну ладно, бро, я дальше. Давай, удачи. О, привет, старичок. Привет, старик, ёпта. Ох, ёшкин. Очко. Привет. Братик, почему ты? Тише? Я мучу движ, реально. Солдаут у меня в Айконе. Заходи, запрыгивай на вечеринку. Я с 3 сучками закатываю. Реально, полный солдаут. А чё так? За что? Ну ладно, старик, давай. А, со да, 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 давай, старичок, гуляй. Клава Кока, привет. Жестко. Ой, Зина, привет! Всем кискам пис, всем ч... О, Марина, привет, это ты? Да. Я по тебе скучала, Мариночка. Я тоже по тебе. А ты откуда? Все оттуда же. Из Москвы? Ну да. А, как жизнь-то вообще? Да потихоньку. Скучно? Ну. Чем занимаешься-то вообще? Стилист, нет? Да нет, лежу, пержу целыми днями. Ты в школе учишься, походу, да? Да не. Постарше? Я в науку. А, как тебе альбом «Фараон» тогда? Ну, я такое не слушаю. А что, Паша, вот техника, нет. Слушаешь? Гречка как тебе? Гречка? Ну, ну ничего, с сосисками нормально слушаю. Клип «Гречка», «Зайка». Паша Техник, группа «Контент». Ольгу Бузову слушаешь? Да, нет, ты что, господи. А что слушаешь? Грешный. Мать, что слушаешь? Бутырка, Стас Михайлов.
Комбинация. Чё? Крафтс. И крафтс, да? Крафтс. Господи, упусти твою душу, ты шо? Мне кажется, ты Гуфа слушаешь, реально. По губам вижу. Гуфа? Ну да, моего братика. Близко. Он что, не умер, что ли? Не живой. Да ладно. Да, он на даче сейчас. Вообще не знала. Ну ладно, пойду я дальше. Правильно? Давай. Давай, не грусти, малыш. Давай. Обнял, поцеловал. О, Должанский, ёпта. Джексон, я Майкл Джексон. Е, братик, ты лучший. Ямаха. Я Майкл Джексон. Джексон. А я Фара Вильямс. Фараон. Давай, брат, реально. Он сейчас сделает этот эфир. Е, братик. Аргумент. Это было круто. На барабане не играешь? А я биты пишу. Пытаюсь. Круто. Сам музыкант? Или просто для души? Просто так для души. А, ну молодец, здорово получается. Я на гитаре плохо. Два аккорда знаю. GM, AM, EM, AC еще. Ну это уже прогресс. Ну, потихо, потихо. Ну ладно, давай, удачи тебе. Давай тебе, бро. О, Олег, здорово, брат. Здорово. Усы сбрил, братик мой. О, девчат, привет. А что ты на полу? Простынешь, Зань. Не простынем, жарко. Окно, а там открыто. Жопа простынет, я точно. Я открыл микрофон. Чего? Ты чем? Зачем ты отключила? Ну и похуй. Привет, Игорь, братик. Опять. Ёб твою. Извините меня. Привет, брат. Бро. Паш по мужскому. Писку пока. Е-е-е-е-е. Раскачаем, брат. Давай соберемся. Да, сделаем движ, обмажемся дерьмом. Давай раскачаем движ. Соберем айкон со мной, сушки со мной, блок, братик. Давай, зачитай со мной на пите. Е. Жопа. О, брат! Здорово, хоуми! Как дела? Ну, что скажешь, братик мой? Младший брат, как жизнь? Чего? Ну, как у тебя дела? Нормально. В школе учишься? Что у тебя? Слушай, ну у меня альбом готовится. Ты не узнал меня? Из Ютуба? Да, да, Влад Широков канал. Не видел? Ну запомни. Нет. А? Ну ладно, Влад Широков, короче. Я с Илюхой Мезенцевым тусуюсь в одной компании. Мы трусы стираем. Гранчи. Плавки. Что? Как канал называется? Влад Широков. Как канал? Влад. Гранчи Широков? Влад Широков. А, окей. Все, давай, пока. Давай, братик. Блядь, слышь, здорово, старина, как жизнь?
Слышь, схуя ли баня погорела, бля, что я старинный? Ты из Курска. Кто? Ну а что, ты молодой, ты из Курска, что ли? Или из Питера? Не, ну извини, ну не быкуй, старый. Куда-то? Куда ты топишь? Мы все из Москвы, ты с Рязани, я с Питера сам. Ты вот это вот я говно, люблю нахуй. Питер. Говно ты у вот меня... Это... Бля, брат, ты... ну остынь, остынь. Ты... Не кипишу, ты... реально, ты пьяный перебрал. Ладно, давай, чувак, остынь. Йоу. Йоу. Чё куришь, братик? Вейк. Ты похож на Томми Кэша, брат, йоу. Блять, на кого я только сегодня не похож? Ну ты хорош. Читаешь рэп? Нет. Усы стиль. Пиздец, блядь, у меня не растут. Я просто еще ребенок. Из жопы вылез недавно. Тебе сколько лет? 26. Блять. Уже надо, что прошли. Ну да. Но это, бля, это после... Я просто еще девственно чистый. Если какая-то самка запрыгнет на мой кукан, то я думаю... Бонусы. Да ну, ты хуйню не неси. Мне тебе не надо, бля. Ладно, вы откуда? Это я так. С Калининграда. А, это где-то за МКАДом, да? Да, где-то там. А, я помню. Ну и что, там тяжело вообще, да, типа жить? Замкатом всегда тяжело. 200 замкат и все, пиздец. Тяжело, боль, груз. Да. Но там тепло, да, у вас. Просто. Пойдет. Граница рядом. В Европу не ездите? За грибами. Да, сейчас. Закрыли все границы. А, добро, да. Забылся. Моя вина. А ты откуда? Москва. Ничего у вас там, как в Москве. Бля, месяц сидим на карантине. Все тоже закрыто, доставок нет. Работы нет. Вот сижу на чат-рулетке, блядь, от скуки. Ночью. Ну и пишу биты. Но у меня просто концерт скоро. Крутой, крутой. Да, ну брось. Простой. Я этот, подтанцовка Паши Техника. Знаешь Пашку Техника? Да, да, я пишу. Паша Техника, любишь? Братишку моего. Ну, так, смотрю видосы, да. Томми Кэш нравится? Это кто? Ну, сейчас введи Томми Кэш. Ты усышься. Это реально угар. Ты очень на него похож. Кэш, я тебе сейчас напишу. Да сейчас, честно. Томми Кэш, Томми Кэш. Можно по-русски написать Томми Кэш. Блядь, ты очень на него похож, угадай. Да. Ну скажи. Ну, бля, у него только длинные волосы. Усы, типа. Ну, блядь, карантин, если продать, будем... Кто он там? Кто? Тони. Карантин продать будут Тони Кэшем. А? Слушай, у меня такой вопрос. А как тебе альбом Фараона? Блять, из Фараона только знаю. Дикий, вот например. Скыр, блять, и когда Урганта они делали. А чё, его Ургант к себе звал? Нет, Ургант его к себе не звал, они просто, короче... А, он выступал там? Нет, они клип, короче, засняли под... Типа, это Дико, например. А, да, либо Дико, например, либо 5 минут назад. А вот же Будда, нравится тебе? Вот же Будда. Блядь, мне, знаешь, 90 нравится. Это что, демо, краски? Ну, блядь, это 2000-е, блядь. А 90-е что там? Юра Каштунов, да? Да, Аллегров. А, и Ира? Блин, ну я бы ей лизнул, реально, хорошая. Хорошая баба, пиздец. Не, она боевая, реально. Она еще в соку, ей полтос. Я бы ей запрыгнул под юбку, реально. А ты... Бля, да мне кажется, ей далеко не полтос уже. А сколько, 60? Да, блядь, да, 60 под 70. А, не, ну это уже пизду. Не, это уже, блядь, даже за бабки не стоит. Ну это уже вишня такая. Типа,
Поморщилась вишенка, не полезу. А ты как? Это уже, это знаешь, уже ржавая вишневая девятка. Да, да, это вишневая девятка. Да. Привет, братик, как жизнь? Ладно, надо это сохранять. Привет, бро. Угу. Как жизнь, молодая?